300 тысяч рублей именно такую сумму смогут единовременно получить специалисты агропромышленного комплекса при переезде в сельскую местность. Новые выплаты утвердили на заседании правительства края. Чтобы ее получить, работник должен заключить 3-летний контракт с сельхозпредприятием. При этом возраст соискателя значения не имеет, хотя раньше претендовать на выплату могли только специалисты до 35 лет. Не исключено, что в следующем году сумма компенсации может быть увеличена. Благодаря краевой финансовой поддержке за последние 7 лет в крае на селе удалось привлечь больше 1000 молодых сотрудников.